Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур, Гриша, Артём. Привет. Привет. Мы продолжаем играть в Star Wars The Old Republic. Вот. The Old Republic. В общем-то, мы сейчас решили пешочком вернуться обратно в деревню. К этим твилям. Вот эти парни вообще не против, как думаешь, которые рядом ходят тут? Не, они ждут, пока мы начнем серию. Это я, говорит, это вы. Ну ладно, извините. А вот сейчас ему в глаза посмотрел, короче, он на меня согрелся. Он понял. Да, что, он что, все что? Понял. Или понял, я, или вы. Так, ну, никак. Все, и пойдемте обратно. Мы выполнили все квесты. Здесь нашли охранника этого охотника твилеков. Его, похоже, захватила темная сторона силы. Ну и кроме того, вы там спасли оружие и одновременно не спасли. А он сбежал сам, да? Угу. Да, он сбежал. Сволочь. Свинтил, гад. Нам нужно доложиться об этом. Так, ну, народ разбирается, а мы... Кто помнит дорогу назад? Я помню, идите за мной. А ну, ты... да, конечно. Да, мы не туда идем. Да, конечно. Конечно. А где он вообще? Да вон идем по этой дороге. Че тут летаешь? Че ты тут летаешь? Как обычно. Че ты тут летаешь? Вообще их было бить не обязательно, этих летунов, они нейтральны. А зато что-то зелененько выпало. И это, кстати, броня. И она, кстати, лучше. Че, не обязательно, да? Кстати, будет моей. Да нет, ну. Мне она вообще не нужна. Как мне отвязаться от нее? Закрыть просто. А я же говорил, будет моей. Да ты вообще бронь собрал уже. Все, что я так собираю. Окей. Одно у меня нормально. Мне ни с кем делиться не нужно своим обмундированием. Так, от нас подошли. Оп! Эй! Мэм! Представь, так с человеком разговариваешь, он думает, ты сейчас будешь там... Ты теперь кидаешь всех на землю, да? Против системы идёшь. Хорошо. Что такое? Так, мэм. На канале Чупайзан Ми. Это что? Ну ладно. Как вообще? Ребятки. Перчатки, но они какие-то не очень. Какие-то вообще не очень, не очень. Да что мне бы хоть какие-то весь лут забрал только, мой. Наверное, только продать. Ну, во-первых. Забрал мой лут? А во-вторых, нормально. А в-третьих? А в-третьих, нет, уже и смысла нет даже начинать в-третьих. В-третьих просто нет. Так, вот здесь мы сейчас отдадим квест с колечком. Потом, давай квест сдадим. Да, мы нашли отца его, который потерялся. Нашли голову, куб, он там такой. Ты зря, кстати, через холокрон, Джек Шепард. Просто тебе сейчас, если будет что-то давать, не получишь. Жи-пожи, ща прибегу. Сорвался. Я хочу лолт. А где он? А, он бежит. Я у торговца стоял. Хотел продать ему вещи ваши. Че, дроид этот? Пока вы там базарите. Дроида продай. Чедай, вернулся. Что там случилось? Где мой отец? В общем-то, покоится с миром. Это все, что от него осталось? Ах, с этим монстры. Скажи мне, что ты порезал их на кусочки. Да дело не вместе, в общем-то. Выбрал я вот так вот. Я пошел спасать жизнь человека. Значит, ты оставил этих монстров живыми. Я должен тебе благодарен, в общем-то, что ты нашел правду. Но что-то не испортил память о моем отце. Да. Мстить это нехорошо. Это не то, на что я надеялся. Мы оба не на это надеялись. Оставь меня поплакать. В моем поговоре. Да. Так, отлично. Окей. Что нам дает? Нам дали. Можно выбирать, что нам дали. Стимпак. Нет, стимпак нам по-любому дают, и одну из этих двух штук надо выбрать. Я выберу красненькую. Я выберу синюю. Не понимаю, в чем. Почему? Почему я не выбрал синюю таблетку? Да. Давайте продадимся, кстати говоря. У меня штанцы, оказывается, клево есть. Ну вот, а ты говоришь. Что продадим? Да все. Все лишнее. Хорошо. Так, где тут торгаш? Я с тобой. Да вот стоит, мы прямо у него стояли. Бежали куда-то.
А у нас тут свой чувак есть. Да, с Блэк Джеком. Эй! Мэн! Так, рубашечка. Я, по-моему, я даже аптечки все продал. Зачем? Не, аптечки я все-таки оставлю. А я вызвал еще одного зверя. Теперь со мной два компаньона. У вас ноль. Я всякий шляпсис продаю. Шляпсис. Так, за 8 commendation можно купить неплохую броню. А, кстати, у меня есть средняя броня на 49. Вам нужна, нет? Ну, то есть на грудь. А, ну дай посмотреть. Сейчас. Сейчас дам. У меня 34 армора. Так, короче говоря, септ. Кстати, чинимся, не забываем. Нет, мне эта броня не нужна. Ну, правда, это, забери ее. Да. Ладно. Забери ее себе. Уболтал. Уболтай любого. Так, 20 кредитов. Толково. Все, идем сдаваться. Даем су. У меня два квеста. Пилигримы и сила флешрайдеров. Да. Ну, а да, один общий, один основной. У нас свой. Так, ну сейчас мы идем вот сюда, и потом на ваш, в это здание надо будет заходить управо, да? Угу. Что, будете заигрывать там с твилечкой? Не исключено. Я нет. Хорошо выглядишь, джедай. Я рад, что флешрайдеры тебя не тронули. Спасибо. Не повредили. Уничтожил этот эликсир. Джек Шепард, ты уничтожил эликсир? Я да. Да. Я позаботился. И Артур ответил. Избавил мир от злой вещи. Флешрайдер мог его снова сварить. Но, в общем-то, им будет это непросто. Я благодарен за то, что ты сделал. Возьми этот дар и мое благословение. Иди с миром, короче. Так, штанья хорошие. Штанцы. Тебе юбку подарили? Ты больше не будешь мою носить, которую я тебе дарил? Не полез. Ладно. В юбке так и пожди, я должен это заснять. Ой, я куда-то зашел, давайте скорее ко мне. Я к тебе зашел. Джойн, подождите, вы жду. Прошу прощения, мы все твою потерю, в общем, разделяем. За каждого нас нужно убивать 10, нет, сотню. Это что, говорит, твоих любимых вернет к жизни? В жизни. Не учи меня, джедай. Моя жена мертва. Наши люди порублены. Вы где были? Заткни свой рот. Я не должен объясняться перед тобой. Есть обязательство защищать жизнь и прекращать зло, в общем-то. Шейдеры не остановятся, пока мы все не умрем. Ты что, хочешь позволить этому случиться? Нет. Я не уйду, пока флешрайдеры не будут побеждены. Обещаю. Увидим, чего стоят твои обещания. Fulfill that pledge. Что это такое? Надеюсь, ты сдержишь слово. Понятно. Людям, в общем-то, интересно, почему джедаям запрещено заводить семью. В общем-то, эмоции, в общем-то, уничтожает личность, а джедай, который подвергается эмоциям, это что-то страшное. Ну, типа, ну то есть человек, который так потеряет близкого человека, у него попрут эмоции, и пойдет на темную сторону. Я нашел этого дроида, мастер. Дисэвана захватили флешрайдеры, у него была голограмма. Ты хочешь посмотреть? Голограмма. Чё? Я не прочитал, что он сказал. Голограмма. Голограмме. Так, подожди. Зеленая девушка. С расстояния смотрел, ты разбавлялся с этим. Ну ладно, все, Тём, переводи, у меня язык не ворочается сегодня. Я, в общем-то, рисовал своей жизнью ради нас. У моего народа не было такого, в общем-то, чемпиона, ну как это перевести, героя, да? Некоторое время.
О, господи. Я вот за твоим чемпионом, деточка. Я дам тебе информацию, которая тебе нужна. Морин, докладывай. Разведчики докладывают, что флешрайдеры собирают силы. Они контролируют горы вокруг нас и теперь входят в руины. Мои люди обнаружили остатки. Что там, чего-то там. Древних храмов, короче. А Калет был городом, использовать людей, которые использовали силу. Внутри руин силы, которую мы не понимаем. Флешрайдеры, что ты ищешь там? Мы не можем позволить им найти это. Возвращайся к совету. Нет, нужно их выдвинуть оттуда. Фигура в капюшоне на холокроне, я знаю его голос. Ассоциация хуже, чем я ожидал. Сделай то, что будет нужно с этими флешрайдерами. И я тебя посылаю подкрепление. Перевод был сильный, конечно, по фразе. Ситуация, Джек Шепард, это новое слово? Окей. Че-че-че, какое? Не, все нормально. Я не расслышу. Видишь, говорит, фигуру эту с голокрона, не вступай в бой с ним, ни при каких условиях. Он тебя просто порвет, как тузик. И она офигенная. Что дали? Палку. Палку дали. Сейчас бить палку. Вас. Бить вас сейчас буду. А ну-ка иди сюда. Иди ты еще там поговори с кем. Иди сюда. Я все уже вроде. Не. Теперь Артур, наверное. Нет, ну, потом мне сюда не нужно. Так, ну тогда я сейчас зайду. Снова. Что-то держит меня. Непреодолимая сила. Так, сейчас я быстренько все это проклацаю. Never! Never again. Every one of us, the Flesh Raiders butcher, we should kill 10. Так. Интересно, как зомбиев будет сейчас флиртовать или нет? Зеленый маленький зомбиев. Только на канале Артём. Ну-ка. I did as you asked for information. Nothing more. Ну ладно. Ты правильный джедай. Scouts report that the Flesh Raider forces are gathering in strength. Так, ну это мы уже все слышали. They control the mountains around us, and now they're invading the ruins of Kaleth. Окей. Палку дали. Хорошо. Дувачуганаду. Так, ну и что? Теперь у меня есть одно задание вернуться к... Ну, твой основной квест, в общем-то. Тебе нужно сейчас идти. Мне в лагерь джедаев нужно возвращаться. Погнали на такси. О, нифига себе. А нам куда? А нам нужно... Нам вообще нужно налево. Ну, нам от храма, я думаю, мы как раз и двинемся туда, да? Короче, да, берем такси и... А где такси-то брать? Обычный такси. Да вот тут оно стоит. Я потерялся. Дальше. Я нашел. Все. И там меня пошли тоже в эту сторону. Но мне почему-то не дают ни с кем заигрывать, это обидно. Я полетел. Ты себя в зеркало-то видел? У нас там... У нас с тобой... Тандем. Бицикл. Или как он называется? Двойной. Ну, тандем называется. Велосипед тандем. Не умничай. Я буду умничать. Капец. Как ты мог? Кстати, новый квест появился, этот тренировочный, да? Да. И человек в юбке уже бежит быстрее всех бить. У меня не появился. А у нас потому что тебе еще надо поговорить. Точно, так, тогда нет, не буду брать. Пошли к тебе, а потом назад будем выходить. Пошли к тебе, а потом объясню, да. Пошли к тебе, там, ну, чё, мой костюм такой, Капитан Америка. Ну, вообще. Да. А суперхеро! Да у меня, блин, какой-то этот халат, я не знаю, там, с ванной вышел только. У этого, у Холка был, да, такой? Ага. Так, ну да. Lead the way. Да, все. По-моему, мне за мной. За мной вниз. С тобой это зачем? Вниз за мной я клёв. Не знаю, где твой квест. I know. Так, а дроида у нас пока отняли, да? Информацию там. Он все равно своим путем пошел. Ну, я думаю, я как-нибудь выйду. Да, но прикол то, что мы без него не зайдем. Вот именно. Вы там уж ждете? Вон он бежит. Мы его не знаем, типа стоим такие, да, такие. Да, я такие типа. Погнали. Че, пацаны? Долго ждать будем? Давай, с Богом. Что-то неведомое держит меня. Че, мы переводим, если не перевожу. Подаван, я только что поговорил с Ран Талгре. Дочь Каликори. Хочу помедитировать над тем, что ты узнал.
Я хочу, чтобы ты помедитировал над тем, что узнал. А, да, 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 да. Такой опыт. Именно такое и делает нас джедаями. Да. Yes, master. Хорошо. Проверь эту голограмму. Голопрожектор был украден у твилеков. Он изучил силу, в общем-то, из технологии, из этих... И она нестабильна. Очень необычно. В общем-то, тогда он чувствителен к силе. Протокол активации начался. Несколько слов. Это все будет моим наследием. Нет, мои враги мертвы. Пришло время. У меня есть истинная мудрость за моими плечами. И все, и дальше завтыкал что-то. Половине текста. Да. Он говорит о фонтане Радживари. Ну что такое фаунт? Короче говоря, он говорил о том, что у меня есть истинные знания. Мои враги давно мертвы, говорит, и я знаю вообще, что делать для того, чтобы всех убить, одному остаться, сироту всяким нравится обидеть. Какой-то ты. Так и сказал. Так и было. Толково. You seem shaken. Учитель, кажется, дрожишь. Да я в порядке. Это просто... Это просто поверить сложно. После того, как Радживари пал, его заклеймили, что-то там... Ресурсы, что-то там, какие-то архивы и знания. Учения. Вот школарс мы можем перевести. Короче, его учения были потеряны, половина запрещено. Многие джедаи хотели выяснить, но ничего не находили. Этот фаунд, я не знаю, что это такое фаунд. А Хоакс что такое? Короче, ну... Только что мы услышали доказательства. Да. Что это за убежище? Калет. Руины Калета. Название Санктум, короче... Капец. Я даже думать не успеваю. С такой скоростью. Я не успеваю даже думать с такой скоростью. Я не знаю, я-то вообще сегодня сонный, не знаю. Вот смотри, кто такой бегает? Четвертая серия подряд. Я просто не понимаю, что говорит. А ты-то, блин? Четвертый, ей на первую серию ничего переводить не надо. Не, еще там нормально, сейчас уже тяжелее становится. Короче. Мне нужно найти первое лезвие. Всем идти в эти руины, Калета. Да, там какой-то артефакт похожий, который имеет вообще... Вот. Этих... Кстати, нам надо бы сходить прокачаться тут немножко. Кто? У меня кто-то упал только что в пол. Ну, ладно. А тут можно на кресло сесть, пацаны. И ушел такой на кресло садиться. Нет, можно его изучить. И дают 160 опыта. Что, серьезно? Я бегу тогда. Я люблю садиться на кресло за 160 опыта. О, кто-то пишет, наверное, просто одному сложно играть. А там кто-то до этого писал, то, что кто-нибудь... Русский, типа, возьмите окей. Русского чувака в гильдию. А где, где стул? Михаил Светлов. Нет, а там где чувак с камнями, по-моему. Михаил Резнов какой-нибудь, да? Так, нам надо зайти там, где у нас прокачка-то, я уже забыл. На втором этаже. Да, кстати говоря, прокачка. А, не, она не на втором, она на улице просто. Короче. На втором этаже же. На втором этаже. Учителя. Да нифига. Не упарывайся, не упарывайся. Да не... тут нифига. Не упарывайся. Да нет, тут нифига. Он бы значок появился. Налево поворачиваешься и идешь. Вот и... куда ты сейчас бежишь, ну. И теперь направо в этот нет, зал. Я помню дорогу, но вот разве можно прокачаться? Нет. Ну, слева мужик стоит, ты че? А, вот он, че. Ребята, ты наркоман. Вы, правда, упоротый. Нет, такой перевод делал. А че он на карте, нифига? Ну, там, короче. Бывает, значит, бывает. Да, все уставшие. Короче. О, репост какой-то у меня есть. Не, нам тут надо по квесту зайти, походу. Или че, или не надо? У меня эта дверь подсвечена, которую мы заходили. Дверь, ну, у меня тоже. И у меня. Jedi Council currently not in session. Короче, нету их там. Короче, совет не сон. На каникулах. На каникулах все. Джеронимо! А дома, говорит, нет никто. Так, отлично. Я вас не пускать. Дома нет. Хорошо. Сейчас мы теперь тут еще мы возьмем потренируемся. Квестик. Я настолько привык к тому, что ты в юбке, что даже я не знаю. Ну, я просто всегда в юбке. Да, больше, чем когда ты был нормально. Вот, у меня вот сейчас пинг был. Был пинг?
Пинг и нет пинга. Пинг-пинг. Сейчас дыр бинг. Впечатляюще было раньше. Прошлый раз, говорит. Да, прошлый раз. Теперь мы, говорит, получше попрограммировали. Покажешь, говорит, новым андроидом, из чего ты сделан? Нет, конечно, сделан такой, из мяса. Получил голову в пузе такой. Я сделан без мяса. Запросто. Нам не сюда, по-моему, нет? Глянь, да не, сюда, сюда. А там туда, он свой. Вот тут тоже есть дроид активейшн консол. Да, он, наверное, туда и надо. Вообще нет. А где? Ну почему бы и нет? Марк 2, тренировочные роботы. Так, нажми тоже. Назад, назад куда-то побежал. Где вы? Вот тут какая-то консоль стоит. Да не-не-не, ну, сюда иди. А. Сюда иди, слышь. Слышь. Ты увидишь салют, иди на него, короче. Давай. Ну у меня пинг. Что-то нет. Поставил себя такой салют. Вот. Сейчас еще раз поставят, а я уже прибежал, я уже на кнопку жму. Жми, ну, все тогда. А, господи, она мне лицо обжигает. Артур, нажми еще раз. Окей. Все. Training simulation activated. You are now dead. Как в Футураме будка самоубийств. Как он там монетку еще такой наберет? Ага, наберет. Так и все. И... выбрали, блин, комнату тоже. О, у меня что-то лежит. Вернуться к нему надо. Почему-то оно появляется иногда, я не знаю, секунд через 5-10 уже успеваешь бежать оттуда. Бывает. Это все пинг. Кто-то левелап получил. Какая-то женщина. Давайте ее убьем. Ой, я забыл, мы же ждаем. Хорошая работа. Он этого напоминает, это Змодан из Диабло. Ах, вы убили опять моих роботов, но в следующий раз вы получите такой. Шестой левел. Шестой, когда ты успеваешь? Yeah. У меня тоже скоро будет. Блин. А теперь нам нужно... нам нужно теперь вот туда вот бежать за мной, короче. Да. Пойдем за мной, Тёма. Yeah. Хотя я... Он сейчас за опять вами. По горам будет сайгачить там. Так, мы бежим... А, вон квест можно. Вот смотри, а что они делают? Сидят. Учатся. Все. Ты научился? Ага. Так, вот тут квест. Да, ладно. И тут мужик брутальный. Иду. Тихо. Join. Иду. Conversation. Conversation. Лысый брутал. Да меня, говорит, наверное, прокляли. А. Почему, говорит, вы щенята постоянно нарушаете правила? Иногда, говорит, наши падаваны действуют странно. Но, говорит, нечего волноваться. У меня, говорит, есть идея, падаван, я тебя знаю. Откуда? Кто? Я? Че? Не думаю, что мы встречались, учитель. Я знаю о тебе. Ищет парочку падаванов. Он подозревает, что они, ну, это самое. Похоже, они пошли на темную сторону силы. А, думать, те, которые влюблены-то, что ли, нет? Ну, ты спойлерист. По-моему, да? Sounds like trouble. Я понимаю ваши причины. Ой, то есть ваше беспокойство. Нужно, говорит, решить этот вопрос. Вам, говорит, проще будет студентам. Надо найти их, в общем-то. И убить. Убедиться, в общем-то. И убить действительно у них этот роман, так ли это на самом деле. Вы что, влюблены, что ли? На такие с ноги им. Как скажешь. Моррисон и Спаниос. Они в руинах Нижнего Калета. Нам туда и надо. Поговори туда и доложи мне о том, что там найдешь, об их отношениях. Постарайся их не спугнуть. Если они влюблены, их нужно наказать. Слышишь, это какой-то Йозеф Менгеле, самый настоящий. Ему у ситхов надо. Ну, это, да. Короче, такой этот, как его, забыл название. Ну да. Неважно, ладно. Вспомни, скажу, может быть. Так, еще один квестик. Join. Погнали. Ух ты, ты тот самый падаван, о котором говорят мои инструктора. Это я, да. Из Ямайки. Я падаван Фия. Я, говорит, привыкаю к этому званию. Я только начала учиться силе.
У меня, говорит, длинный путь впереди, чтобы я стал такой же хороший, как ты. Окей. Так же хорошо, я не такой же хороший. А, ну ладно. Ты говоришь, слишком староват или... взрослая, чтобы начинать тренировку. Не могу поверить, что я здесь. На Раксус Прайм была последняя неделя. Джедаи появились, почувствовали силу во мне и забрали. Странно, говорит. Страшно, и где? He's Keldor. As aliens go, they're pretty fierce looking. I thought he was going to be at first. Короче, страшно. Говори медленнее, женщина. Такая. Мастер Тилин, короче, в руинах Калита изучает тайны. Если говоришь, найдешь для меня, короче, эти записи, я буду благодарна. Нет, ты должен передать ему... Голозаписи. 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 От меня. Голозаписи. Я буду очень благодарен. Голые записи, как спит Артур. Конечно. Потрясающе. Я вижу, тут все такие... не зря. Все так впечатлены тобой, в общем-то. Короче, все пути ведут в эти руины. А я знаю, как она попала в эту Академию джедаев. Просто папа у нее... Через тебя? Нет, просто у нее богатый папа, короче, и он заплатил, чтобы ее взяли. Ну, посмотрите, типичная чика. Даже по разговорам. И вот сейчас игра, по-моему, станет по-настоящему интересной, потому что начальные квесты были довольно скучные, а сейчас там будут и руины крутые, и вот эта штука, я ее хочу взять. Все. Мы будем любовников бить. Ну да, кстати. Я хочу взять этот холокуб. Да. Да ты его тут не возьмешь. Да. Печально. Подожди. Обойдем его с другой стороны. Challenge accepted. А где Сатурнис? Да я тут. Сатурнес! Я тут. Спокойствие. Спа. Ладно. Травка такая красивая. Сатурн из тут. Подаван Джек. Аварайте. Подаван у Джеку Шепарду. Что ты там делаешь? Аригато. Аригато. Ааа, что он меч не сбил. Ой, смотри, кто там стоит. А, смотри. Он там один, видишь, такой стоит. Право наверху. Вон, видишь, такой, блин, не страшно. Не, это призрак. Это Слендер. Валим. Ладно, не смотрите на него. Джек Шепард, ты зачем туда убежал? Подожди, там какой-то гуит наверху. Гуит? Гуит какой-то. Гуит? Что такое гуит? О, это кто такой вообще? Не, забудьте, господа, тут закрепиться. Мы закрепимся, но меня бьют по лицу. Ногами? Камни кидай. Хрена себе гуит. Камни кидай. Ладно. Ну, меня убьют сейчас, ну. Разбирайтесь пока. А стоп, я пока разбираюсь. А что у нас тут? А можно я тебя пну и такой? Ой, си Спарта! Ну вот зачем ты это сделал? Чё я сделал? Why? Why? Ой, я нашел салют, ура! И здесь, я помню, в этом лагере кто-то будет давать квест, который на... Ну не на одного, короче. Ну да. Так, закрепиться, говоришь. Что мы тут делаем? Закрепляемся. А вот, закреплялка. Унва стардифтер какой-то. Стардрифтер? Да. Хорошо, кого ты там нашел? Да вот по квесту. Ну вот, похоже, он нам и даст квест. Он нам и даст. Групповой. Так, начать. Чава Йоте, товарищ из Гвонка. Отлично, перейдем. Вновь прибывшие. Ты, говорит, страшный. Редкая честь. У меня для тебя кое-что есть. Я уже не победил. Еще один. Посмотрим, что ты принес. А, Фия, бедная девочка, которая до сих пор извиняется, потому что стреляла в меня на Раксус Прайме. Видимо, я бы тоже стрелял, такой страшный. Ну да. Я забыл, как люди реагируют на встречу с нашим видом. Я не понимаю, почему они всегда пытаются стрелять, прежде чем думать. Действительно. Не спрашивай меня. Зеркало есть, пацаны? У меня 7. Я явно выиграю. Да. Don't ask me. Ладно, в другое время, говорит, эту загадку решу. Спасибо, что доставил голос записи. Хола рекординг. 20 тысяч лет назад роботы были созданы, до сих пор функционируют. Короче, нужно их изучить. Так. Ходят тут по руинам. Где дела этих дроидов?
старый мусор не выиграл. Я впечатлен. Позор, что нужно будет уничтожать этих роботов. Удивительные машины. Руины Нижнего Калета заполнены дроидами, сконструированные во время колонизации Титуна первыми использователями силы. Мы не знаем о целях этих дроидов, только то, что они атакуют любого, кто входит в руины. Моя миссия — понять, почему. А, то есть... Почему просто всех не уничтожить? Давай ты. Почему они пытаются больше изучить о прошлом этого? Да, нужно их изучить, короче, просто и понять, почему это происходит. Он сконструировал сканер, чтобы анализировать дроидов, командные их протоколы, но нужно несколько образцов, чтобы получить статистику. Get those samplings for you in no time, Master. Хорошо, говорит, это сильно, говорит, ускорит мои изыскания по этой теме. Возьми сканер. Когда будешь с ними драться в Нижнем Калете, выруби их, просканируй остатки. Останки. Принеси сканер назад, когда память будет полна, чтобы тогда мы сможем проанализировать данные. Good luck. Джек Шепард так вот тебе переводит данные, сказал в конце. Отлично. Все правильно перевел, я проверил. Молодец. Молодцы. Словарик открылся, все хорошо. Тебе тоже 6 левел дали? Ну да. А я давно 6 левел. Слабаки. Так, а тут... Что тут? Где-то здесь должен быть паренек, или может он попозже появится. Может быть попозже, да. Который дает квесты на нескольких человек. Ну ладно, что, пойдем двигаться дальше. Ну да. Короче, все идет, все пути ведут в эти руины. Так, хорошо. Далеко там до них чапать. А куда мы, в принципе, уже делал? Пришли. Так его ж оставили там на изучение. Мастер. Дроиды. Он же там из него информацию там. Смотри, все дроиды мертвы. Тихо, их надо просканировать, куда ты побежал. Они их уже просканировали. Этих нельзя, надо нам убить сначала, потом. Я сканирую вообще в полный рост стою. Да? Да. А где сканер? Наверху, сбоку, справа. Квеста. А, вот, точно. Я не могу, ты уже. Слушайте, да, а нам засчитывается равно, даже если он просканировал. Ну да. Так что 3-6 уже готово. Влюбленные сейчас справа будут, удары. О, смотри, это что такое тут? Вы это видите? Че? Где? Я бью людей. Нет, это твой квест. Да. Надписи, ну, ладно, выдавленные на камне, почти, блин. Не помогайте. Чем больше изучаешь, тем сильнее чувство. Прояви уважение, ты стоишь перед величием. Первое лезвие я охраняю. Оно хранится тут вместе с его создателем. Хранителем, ой, мастером оружия. Мастером оружия. Кто он был? Он видел джедаев, воинов, не только философов. Вооружил их, защищал их. Первое лезвие. Первое джедайское оружие. С самого начала пришли лазерные сабли. Прошли тысячелетия. Только осталась рукоятка от оружия. Я застрял. Раджавари, короче, разрешили взять это лезвие. Так, позже вернул его. Так он вернул? Зачем он взял его и вернул? Меня не волнует. А, чтобы заполучить эту рукоятку, служи, говорит, достойно. Он оставил испытание здесь, на Калете. Короче, тренировочные дроиды, чтобы изучить своих студентов. Найди их, победи. Первая, короче, часть оружия ждет тебя. Вот. Вы там что, пока изучили дроидов? Да. Дроиды готовы. Осталось еще наковырять 10 штук их. Ну, типа бонусный квест, чтобы выполнить. Короче, по сути, тут покоится... Ладно, потом объясню, что там было. Эхолокул. Короче, там с первым джедайским мечом что-то связано, да, я так понял? Да. Тема в том, ладно. Well done, нашла. Отличная работа, Моррисон. Оспеннис. Я без тебя бы не справилась. Потрясающая просто. Как мне не волнуй, что говорят мастера. Поцелуй-ка меня, говорит, типа. Я следующий. И типа когда с ним закончишь, я тоже хочу.
Это не то, о чем ты думаешь. И все зависло, да? Нет. Джек Шепард, выбери, пожалуйста, вариант. Тебе не о чем беспокоиться, я друг. Oh, really? Ну да. Да ладно. Ты говоришь, что ты друг. Ты здесь не для того, чтобы разболтать всем о нашем романе. Ты только что рассказал ему правду, вообще-то. Подтвердил. Я уже устал прятаться. Орден ошибается. Страх — это не эмоция, которая... Блин. Короче, он говорит про то, что... Да, сила нашей любви. Блин. Все, я меня уже... В общем, их любовь им помогает в работе. Да, они говорят, что джедаи ошибаются, говорят, что силы на самом деле помогают их любовь. У него на лице тени скачется. Спанец. Помоги убедить. Я в телефон смотрел. I love you, Morrison. Я люблю тебя, Моррисон. Если ты веришь, что нам нужно оставаться спрятанными, то я, говорит, это ценю. Но потребуется приношение. Кристалл. Если скажешь, говорит, хозяин, что мы не романтически связаны, мы дадим тебе мощный кристалл для твоего будущего меча. Ты, говорит, мы можем купить твое молчание? Вам должно быть стыдно. Взяточничество, короче. Ты только доказываешь, говоришь, что код из джедая прав. Я не могу тебя отпустить. Хватит грязлиться, бросай в гнев. Он говорит, следуй своему пути. Иди, друг. Делай то, что должен. А мы будем дальше сосаться. Пока время есть. Ну, как я, на ваш взгляд, поступил? Толково. Так и надо. Короче просто. Говоря, это первая могила, она могила там не просто джедая, а джедая, который видел других джедаев, не просто воинов, а философов, случайно. Артур, ты просканировал всех? Кого всех? Ты, ну, просканировал, вот стоит робот. Ты просканировал, и мне просканировал. Вам засчитал, я вам просто далеко был. Пошли, нам надо еще убить 10 штук их. О, а вот что за панельки? Combat Droid Activator. Зачем? Я нажимаю это. Не нажимай. Чего ты делаешь? Что там происходит? Он такой страшный. Спасите меня. У меня вообще ничего не происходит. У меня пинг. Я не знаю, что там у вас происходит. Я пока тут дроидов наколупаю. О, разломалась стена. Ты кого-то бьешь. У тебя проблемка, Артур? У меня нет проблем, мне хорошо. No problem. Просто нажимаешь на эти панели, вот тут еще одна есть, давай, Джек Шепард, теперь ты. Я посмотрю, поржу. Я не могу на нее нажать. Не можешь? Нет. Почему? Ну, они просто неактивны у меня. Ну, да. А, подожди, это испытание. Может, это твой квест? Испытания. Да-да-да, это я туплю. Ну, мы сегодня уставшие, мы всегда уставшие, что такого? Да, мы всегда уставшие, не бейте нас по лицу. Сильно. Да, ногами. Ногами не надо, нет. Как обычно, не стоит. Угу. Второго заломали, и третий остался где-то еще. А может быть, вот с другой стороны этих ворот? Ну, логично вообще, да. Думаешь, так, да? Хоть на третьего к вам успеть, ё-моё. Я не... О, да тут их целая куча. Сатурнас! Я возьму вот эту. Нет, я, пожалуй, вот эту вот нажму. Еще выбирает, какую нажать. Давай быстрее. Вот этот. Так, пацаны, ломайте его. Ломайте, ломайте. У меня пинг. У меня это пинг. Нормально, дурец. Ломай, спи, ломай. Потом будешь пинг. У меня пинг, я не могу его выбрать. Я в своем измерении как бы бегаю. Мы здесь, это что происходит? Мне нужно камни вернуться к этому. Зато болтать я всегда успеваю. Я возвращаюсь к первому камню. А нам сзади ничего не осталось больше? А, ну да, нормально, потом налево сбегаем. Нам по квесту с Сатурнусом. Еще дроидов надо убить, мне 5-4 штуки. Да давай вот пока их убьем, пока он там плывает. Навелся такой навлюбленный. Все дроиды доложили, что твоя... Короче, о твоих боевых данных. Тогда я получу свою награду. Где дроид? Возьми рукоятку. Носи с уважением.
Делись с честью. Внутри каменной урны лежит рукоятка оружия. Рукоятка модифицированный. На ней много гравировок и информации. Мастер Юан, я нашел рукоятку первого оружия. Протосветовая сабля, названная оружие повелителя. Первое оружие покажет путь, конечно. Рожевари сделал легендарное оружие. Принеси рукоятку обратно в храм. Я посмотрю, смогу ли я прочитать данные. Короче, вот такие дела. Я, похоже, буду оружие собирать, а вы его получите. Причем у вас будут такие эпичные эти... там музыка будет. И вообще сцена получения джедаев на этом меча, это просто... Офигенно. И тем временем Джек Шепард украл броню. Да-да-да, теперь у меня такая черная броня. Почему? Так, ну, Артур, тебе же тоже как бы еще дроидов надо набить. 15 рыл. Да, у меня 7 набито. Ну тут есть, короче, давай. Подходи, сейчас начнем. Хорошо. Чё там, кстати, за ним, по-моему, где-то ящик лежит. Что там? Пояс. О, что-то зеленое. Пояс не мой. А я даже характеристики его не вижу, потому что у меня нету пояс. Я его получил, я. Пошли внутрь, там еще есть пацаны. Тут едет. Джек Шепард, у тебя такой ужасный Йода. Я знаю. Потому что он куриный. Это как знаешь, говорят, типа, твой английский плох, а тут твой Йода плох. Твой Йода ужасен. О, гляньте, тут сундук я нашел. Да ладно, я тут только что про него говорил минут 5. Нет, это не ты говорил. Ты не про него говорил, не ври. Это все враки. Сундук. Я успею его подичить, нет? Все, отлично. Ботинки. Не мои. Nope. Ну и как его расколбасило, тут чувак такой присел. Подожди, а что они дают? Твой маленький тан-тан когда-нибудь вырастет? Да этот говёный тебя уже запарил бегать. Ты про какого тан-тан, маленького? Не волнуйся, он все равно не вырастет, так что не заморачивайся. Он съест твою плоть. Ни тот, ни другой. Такой стоит, робот такой. Кто-то бьет наш робот. Так, я выполнил. У меня, кстати говоря, убиты уже все, да. Все, тогда бежим за мной, и я приведу тебя, Артур, на твой квест. А, нет, на наш. На мой? Нет. У меня три задания. Первое задание — вернись к мастеру Йон Пар. Второе задание — вернись к мастеру Сил Вартре. Третье задание — вернись к джедаю Тильвину. Короче, идем на наш квест. Бежим. У меня новая черная броня. Я из-за тобой гонится. Афроамериканская, точнее. Не за мной. А, да, за Джекшепардом. Афроамериканская броня у меня. Теперь. Ну, у тебя как раз причесочка такая, вот раста. О, квест есть, может поднимемся? Там будет маленький детеныш этого, то есть флешрайдера. Яичко, да. Или нет, или мешок какой-то. Флешрайдер бэкпак. Когда проверяешь тело флешрайдера, замечаешь движение в его рюкзаке. Да, ребенок флешрайдера вывалился из рюкзака. Он не агрессивен. И похоже, один он здесь умрет. Нет, очевидно, что он здесь один умрет. Мастер Квилп в храме джедая может взять его себе. Ребенок хочет кушать и не проживет путешествие без еды. Нужно его покормить. Соберите мясо гуидов. Ну вот наверху, пойдемте, давайте сначала. Наверх. Матери божья. Матери божья, тут ребенок ждет. Какой такой Джек Шепард? Так вот они, эти уиды. Так, нифига здоровые. Ух, Леня меня втащил. Ты пошли искать еду флешрайдеру, ребенку. Нет, ну он-то еще не опорочен. Помните, фильм такой был, по-моему, в 80-х или в 90-х, когда три мужика за ребенком ухаживали? Да-да-да-да-да. Называется. По-моему, он даже был очень крутой. Да, он был крутым, но я не помню название. Младенец на прогулке. Да. Да, точно. Да. Вот, и вот мы. Когда они его украли. Потом. Кто-нибудь возьмет, нет перчатки. Ну мы тоже, по идее, его украли. Да, я уже нашел. А, Джек Шепард получил перчатки. Ха-ха-ха. Return to the Rider, baby. Rider! Так, а где он? Вот он.
Так, подожди, а там смотри, там какой-то там, или мне показалось, там проход есть за ним, нет? А дай его убьем, посмотрим. Давай. Наверное, там есть проход в холод. Он уже в мешок что-то сует свои руки. Вонючий, не мытый. Ружки свои. Ты руки свои убрал, а? От ребенка. Уже там стоит, уже. Я ему напхал полный рот хавки, мяса сырого. Такой жж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 
или сломал ему там. Да-да-да. Может, кстати, это, серию завершить перед заходом? Кстати, да, уже больше 40 минут. Да, там будет, я думаю, интересно. Ну, так. А там интересно. Может быть, я найду себе халат получше. Не знаю. Нет, посмотрим. Хорошо. Короче говоря, да, на самом деле. Да, увидим это в следующей серии. Увидимся. Всем всего пока. Хорошего всем. Пока-пока-пока. Пока.